Продолжаем выпуск. Обувь из натуральной кожи и овечьего меха с ортопедической основой и противоскользящей подошвой. Вот уже неделю ярмарка белорусской обуви радует петропавловцев. Уже раскупили более 500 пар. Анастасия Кузнецова с подробностями. Высокие каблуки, тесная и некачественная обувь – все это со временем может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Вот Агос Куанышевой 50 лет. Вместе со своей семьей она специально приехала из Бесколя на ярмарку белорусской обуви. Ее мучают отеки на ногах, поэтому ищет ортопедическую модель. Так как сейчас уже охота удобную обувь, я решила прийти вот посмотреть. Действительно, здесь нашла себе вот неплохие вроде вот, как они удобные. И главное, с ортопедической подошвой, кожаная обувь. И недорого. Тем более белорусская обувь. Мы давно уже слышим, что она всегда была в приоритете у нас. Ну, надеемся, что хорошая. Ортопеды говорят, обувь должна быть изготовлена из натуральных материалов, плотно облегать ногу. С начала ярмарки здесь было представлено около 1000 белорусской обуви разных моделей из натуральной кожи с ортопедической основой. За неделю раскупили уже более 500 пар. Обувь для проблемных ног, для тех, у кого высокий подъем, широкое голенище и выступающая косточка. Также обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. В Петропавловске мы находимся уже неделю. Поток людей очень большой, все приходят за хорошей обувью по низкой цене. Так, девушка, смотрите, мне нужны зимние ботиночки 43-го, примерно 42-го размера, на высокий подъем. Владимир Пуговкин на ярмарке узнал по телевидению. Сегодня пришел за зимними ботинками. Выбор обуви всегда для него нелегкий. Причина в проблемной косточке и высоком подъеме. Но здесь мужчина нашел свой идеальный вариант. Очень много у них здесь моделей. Всяких разных есть. Все на проблемную ногу. Ортопедические стельки. Все для качества покупателей. И вот приобрел себе хорошие зимние ботинки. Теплые, самое главное, удобные. Присмотрел маме сезонные сапожки, сестре зимние присмотрел. Надеюсь, на этой неделе придем еще раз. Ярмарка белорусской обуви в Петропавловске продлится до 27 февраля. Побывали продавцы уже в 9 городах Казахстана. Приобрести необходимую модель можно с 10 утра до 7 часов вечера по адресу улица Шукана Уалиханова, 15-1. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен. Итоги дня.